Ребята, утрышко, утрышко. Вот она, утрышко. Еще один хорошенький. Поначалу вообще огонь сопротивлялся. Он сейчас на меня идет. О, опять встал. О, опять такой за килошечку. Ну да. Так, это пока защелкнем. Иди сюда. Блин, вот он борец, а. Это вообще. Это вообще супер. Тихо, опа, вроде бы. Тихо, 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 тихо. Вроде бы все, хватит. Ночью тяжелее было, сейчас уже легче. Ух ты! Я сделал его. Ну такой килошник точно будет. Фу. О, ребята, поперло. Ну это хорошая рыбка уже. Это хорошая. О, сторона пошла, пошла, пошла. Так, не надо под эту удочку. Вот теперь в другую сторону пошло. Блин, зацепил все равно эту удочку как-то. О. О, карась. Опять, кстати, на червя взял. Но это хороший карасик. По-моему, даже крупнее. Тихо. Опа. Да, покрупнее чуть-чуть. Этот уже, ну, такую скилошечку, наверное. Ну да, такой карасик-карасик. А тут на поставушку что-то еще фигануло. О, блин, вымотало-то всю. Там, по-моему, 10 метров, что ли. О, неужели хорошая? О-о-о-о-о! По-моему, крокодильчик, ребята. Это вот это уже рыбка. Тихо. Я ее даже тянуть не могу. Офигеть, она здоровая. Охренеть. Блин, трава это еще. Ну, хорошая. О, под лодку пошла. Где-то здесь уже рядом. Ух ты, бьется как. Ну да, тут. Тут крокодильчик уже хороший. О, тут уже нормально. Я думаю, четверо где-то. Охота на крокодила открыта. О, ребята, а знаете, что я поймал? Офигеть, я думаю, что у меня там поддергивает? Это бычок. Самый настоящий бычок. Я сначала не заметил. Так я еще рыбу, конечно, не ловил. В кормушку залетел пескарь. Ребята, это лещ. Это лещ. И он сидит. Начала поклевка, а я уже камеру включил. Леска уже упала. Ну, ради такой рыбки можно и встать. Да, лещик. Что-то он там подзапутал мне. Хопа!
Ребята, офигеть просто. Случилось чудо. Взяла вот прямо аж с подлодки. Опа! Зачетная даже. Офигеть, сколько ж я ее искал. Ну, такая чуть больше, наверное, килошки. Вон видно, сколько уклейки здесь. Ну-ка, получится, не получится. Он аж вышло. Ну, это уже килошечка точно будет. Даже больше надо выходить. Он хороший. Так, подальше. Еще б не поплыть бы тут. Ух ты. Ну да, тут уже. Блин, их тянет в коряге там. Как раз зацепы есть. Обычно на струю выходят. А, о, пошел на струю. Блин, на вытянутой руке тяжело. Ой, хорошенький. А, щука. Да и неплохая. Ну, такая где-то 2,5, наверное. А, что-то перехлестнулось там. А залетело как судак. Видел, да? Не, а я не смотрел. Я чисто в руку почувствовал. Тихо. Опа. Ну, трешечка где-то. Вот это крокодосик. Фу! Ребята, все-таки что-то я там надыбал. Судак. Так, так, так. Фрикцион плохо крутится. Да хороший. Тоже вдогон шел. Аж назад отлетел я. Чуть не рухнул, блин. Фу. Тихонечко, спешить не будем. Правда, тут зацепы. Да хороший, блин. И не хочет показываться даже. О. Нормально вроде бы сидит. Верхнюю губу пробил ему. Ну, такой где-то в районе двушечки. Фу, да, двушечка где-то. Фу. Дай-ка я его лучше возьму. И как тебя взять-то? О, родимый мой, родной. Фу. Ну, залетел поклевкой такой. Это красота. Ну да, двушечка будет. Вот это красавчик. Ребята, таким ударом залетела, по-моему, щука. Ну, хорошая, очень хорошая. Вот она у меня, наверное, и била. О, фрикцион надо. Фу,
Так влетело, блин, а. А нет, судак. Да хороший судак. Тихо. А я что-то подумал, что щука, блин. Хорошенький, хорошенький такой. Ну, двушечка точно будет. Опа! О! Ну, тут даже 2,5, наверное. Фу! Блин, как он влетел, а? Таким ударом, блин. Плотно сидел. Ребята, ну это вообще красавчик. Это красавчик.